Там же в образовательном центре «Успех» прошло памятное мероприятие, посвященное Дню Победы. В концерте принимали участие учащиеся и сотрудники образовательного учреждения. Также здесь провели акцию «Дорога памяти», в рамках которой было представлено лоскутное полотно длиной 55 метров. Было сшито единое полотно из платочков. На каждом платочке было вышито, либо написано, либо нарисовано имя героя, либо погибшего в годы Великой Отечественной войны, либо пропавшего без вести, либо вернувшегося. Лоскуты были окрашены в разные цвета. Белый обозначал пропавшего без вести солдата, синий – вернувшегося с войны, а красный – погибшего воина. Учащиеся образовательного центра с энтузиазмом откликнулись на идею проведения акции и достойно несли вахту памяти.